куда ты делся, Тедди? Нашел. Какой-то грязный. Пойдем, придется тебя искупать. Сейчас, Тедди, ванна готова. Не волнуйся, ты будешь чистым-чистым. Как ты ныряешь, Тедди? Молодец, Тедди, ты просто чемпион. Я тоже хочу принять ванну. Можешь наполнить мне ванну, мам? Одну секунду, сейчас закончу и наполню. Пойди пока поиграй, Тро-Тро. Мама будет работать еще долго. У меня идея. Пока я жду маму, я принесу свою уточку и искупаю ее. Моя уточка пришла поплавать. Может, принести кораблик? С корабликом будет купаться веселей. В ванне все равно много места. Схожу-ка я за мячиком. Мячику понравится плавать. А еще нужны ведерки и грабли. Вот и все. О, еще нужно взять лейку. Уже бегу. И почему бы не искупать всех моих зверушек? Что же еще? Не хватает только тебя, Тедди. Ну что, Тро-Тро, ты готов купаться? А? Да, мама, я все подготовил. Ну, Тро-Тро, тут нет места для воды. Это ничего, мама. Это игрушечная ванна. Вот, Тро-Тро, сходи на огород и принеси овощей. Ура! Люблю ходить на огород. Слушай, для супа нужна одна картошка, две луковицы и три морковки. Сможешь все запомнить? Да. Раз, два, три, на огород иди. 4, 5, 6, супчик будем есть. 6, 7, 8, гостей к обеду просим. Привет, маленький огородик. Я пришел за овощами для мамы. Вот и морковка. Не вытаскивается. Почему ты не вылезаешь, морковка? Почему ты такая красная, если все время сидишь под землей? Одна. Две. И три. Вот так. Возьму еще. Это весело. Какой смешной лук. Как будто бы с бородой. У этого борода, как у Деда Мороза. Вы хорошо себя вели, дети. Возьму еще два, чтобы сделать бороду Деда Мороза. С этой картошкой никогда не угадаешь. Какая маленькая. Может быть, здесь побольше?
Привет, улиточка! Тебе нравится капуста в моем огороде? Вот и все. Теперь мама сможет приготовить суп. Вот и груши уже поспели. Это для Тро-Тро. Вот, возьми, мама. Но, Тро-Тро, ты набрал слишком много для супа. Я знаю, но ты можешь сварить больше супа. Я ведь очень люблю суп. Вставай, Тро-Тро. Скоро нам пора ехать на море. Нет, я хочу спать. Мне надо собрать чемодан, а тебе твой рюкзак. Когда встанешь, выбери игрушки, которые возьмешь с собой. Я возьму все. Все не получится, малыш Тро-Тро. Только то, что влезет в рюкзак. Вставай, Тедди, мы едем на море. Ты увидишь море, оно синее, с белой пеной и с волнами. Еще там песок, по нему мягко ходить. На пляже я выкопаю для тебя прудик. А еще я попрошу у мамы сачок, чтобы ловить креветок. Обожаю креветок. Пойдем выбирать игрушки. Чтобы делать замки, нужен совочек, ведерце и грабли. О, моя удочка! Знаешь, Тедди, она никогда не плавала в море. Это веселее, чем в ванне. Самолет. Что еще? Паровоз. Так, почти все. Хотя нет. Еще две машинки. Брум-брум. Все, рюкзак полный. А на рукавнички? Без них я не могу плавать. Придется что-то вытащить. Вот мои нарукавнички. Теперь все. Но как же мне это нести? И машинки тоже нужно взять. Я что-то придумал. Мама убрала его сюда. Да, вот он. Ты меня шел, видишь, Тедди? Ты понесешь в нем машинки. Готово, Тедди. Твой рюкзак собран. Ты уже готов, Тро-Тро? Я выбрал игрушки, они в рюкзаке. Вот, мама. Молодец, Тро-Тро. Все игрушки? Только Тедди тоже понесет свой рюкзак. Он хочет быть как я. Он поедет на море с рюкзаком. Мамочка, можно мне сладкого? Тро-Тро, твои маленькие зубки кричат: спасите, спасите, хватит сладости, хватит. Может быть, но мой животик кричит: еще. Ладно, Тро-Тро, только одну. Вот эту. Нет, лучше желтую. Нет, лучше самую большую. Спасибо, мама.
Обожаю. Но я ем их так быстро. Хорошо, что я знаю, где они лежат. Какую бы мне выбрать? Лучше возьму две. Я что-то придумал. Съем по одной каждого цвета. Только так можно узнать, какая вкусней. Клубничное объеденье. Желтая тоже вкусная. Мне все нравятся. Тро-тро, Лили пришла. Иду. Привет, Лили. Привет, Тро-тро. Ага. Ох, маленький обжора Тро-Тро. У меня для тебя сюрприз, Лили. Вот. О, спасибо, Тро-Тро. Люблю конфеты. Давай играть в сапки. Да, ты будешь. Все готово, Тро-Тро. Я что-то не голоден, мама. Вот, поешь шпината. Такой вкусный. Шпинат? У меня живот болит, мама. Может быть, животик хочет сказать, что ты сегодня съел слишком много сладкого. Нет, просто животик хочет сказать, что он не любит шпинат. Я так сладко спал. Доброе утро, ножки. Играть с ногами так весело. Ноги умеют столько всего. Сегодня я все буду делать ногами. Итак, перед вами Тедди. Он акробат. Сейчас он покажет нам номер. Молодец, Тедди. А теперь двойное сальто. Здорово, Тедди. А сможешь сделать тройное сальто? Да! Айда, Тедди! Класс! Вот и все. Представление Тедди закончено. Ура! Браво! Вы пришли в страну, где все делают ногами. А теперь, Тедди, я нарисую тебя ногами. Вот твой портрет, Тедди. О, надо бы убрать комнату. Что скажешь, Тедди? Поехали. Это интересная книга, но сейчас у меня нет времени. Убираем. Мячик должен лежать в коробке. Ура! С первого раза! У меня ноги чемпионы! Что бы еще сделать ногами? Привет, Тро-Тро! Вот твое молочко. Смотри, мама, сегодня я делаю все ногами. Я буду держать стакан с молоком ногами. Тро-тро, мне кажется, это очень глупо. Ой. Что я тебе говорила? Ничего, мама, я все уберу.
Я даже убрал за собой ногами. Сегодня гулять нельзя. А дома так скучно. Чем бы заняться? Сыграть что-нибудь? Нет, не сейчас. Сложить замок? Нет, это я делал вчера. Посмотреть книжки? Нет, мне не хочется. Я знаю, я хочу порисовать. Вот цветные карандаши, вот кисточка, а вот краски. О, вот она, нашел. Надо налить в баночку водичку. Так-так, чтобы нарисовать снеговика. Сперва голова, вот так. Теперь... глаза. О, как красиво. Не забыть про уши. Какой симпатичный. А это нос. Ой, что я сделал? Нос слишком длинный. Что-то снеговик не получился. Ой, ха-ха, пятно посадил. Я забыл надеть фартук. Знаю, я сам все отмою. Потереть, и еще, и пятно исчезнет. Нет, оно стало еще больше, что мне теперь делать? Не такое уж страшное пятно, оно даже красивое, и футболка стала ярче. Как будто солнышко. А может быть тигр? Я придумал, я ее раскрашу. Сделаем уши побольше. Тут будут глаза. А еще полоски. Чуть не забыл про нос. Теперь усы. И главное, зубы. О, моя лучшая картина! Покажу ее маме и папе. Им понравится. Папа, 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 посмотри на футболку. О, вот это тигр, Тро-Тро. Ты нарисовал это сам, Тро-Тро? Да, я сделала с пятна тигра. Да, ты молодец. А если вы посадите пятно, я сделаю из него жирафа. Мама еще спит. В доме нельзя шуметь. Вот так-то лучше. Поиграй в тихую игру в комнате. Ладно, папа. В тихую игру. Не в барабан. Не в мячик. Не в роликовые коньки. Все, что я люблю, слишком шумно. А, вот это тихая игра. Ту-ду, ту-ду. Осторожно, поезд. Ту-ду, ту-ду. Чш, Тро-Тро, ты же слышал, мама еще спит. А разве я шумел? Да.
последний. Ой! Шагом, шагом. А теперь рысью. Галопом. Чш, тра-тро. Опять слишком шумно. Да, шумно. Но все, что я люблю, это шумно. Лучше лягу спать. Это ведь тихо. Но это так скучно. Вот это не шумно. Я страшный монстр. Ты меня напугал. Тихо, Тро-тро. Папа, ты слишком шумишь, ты разбудишь маму. Пришел с рынка. Привет, папа. Привет, Тро-тро. Дай я понесу. О, нет, малыш Тро-тро. Корзинка слишком тяжелая. А вот с этим ты наверняка справишься. Ой, леденец. Спасибо, папа. Но только после обеда, Тро-тро. Вот, это тебе. О, спасибо. Какой запах. Ты такой милый. О, мама очень рада. Опа. У меня есть идея. Что если подарить Зое букет? Она будет так же рада, как мама. Надо найти для Зои красивые цветы. О, вот один. Эй, ромашечка, ты будешь лучше в моем букете. Как пахнет. Еще красивый мак для букета. Ух ты, это листочек. Да-да, тебя я тоже возьму. Ой, Лили забыла совочек. Он тоже красивый. Возьму-ка я его тоже. Чтобы еще добавить в букет. Так-так. Да. А! Щетка отлично подойдет. О, вот это для пыли. Я знаю, как сделать мой букет еще больше. Извини, Тедди, но это очень важно. Вот и все. Самый красивый букет. А! Чем бы его связать? Посмотрим здесь. Нет, слишком большое. Нет, это тоже. Это некрасивое. Чудно! Вот так! Зоя будет очень рада. Привет, Зои. Привет, Тро-тро. А что ты прячешь за спиной? Зои, это тебе. А, это мне. Какой красивый букет, Тро-тро. Я сохраню его на всю жизнь. Спасибо большое. А леденец ты тоже будешь хранить всю жизнь?
Да, когда я вырасту, я буду строить дома. Вот и все, дом готов. Ой, бабах! А когда я вырасту, то стану чемпионкой по роликам. А я великим футболистом. Тро-тро, не играй в футбол в доме. Ладно, мама. Идите на улицу, вас там ждет Зои. Пойдем, Лили. Давай играть в пилотов взрослых. Мы вот такие. Ты хочешь играть? Хочу. Пилоты, приготовиться. О, мы прыгаем с парашютом. Я прыгаю за тобой. Эй! О, я лечу. Теперь мы путешественники. Мы идем по очень опасному мосту. Хоп! Берегитесь, там внизу крокодилы. Как будто я тебя спас. О, спасибо, Тро-тро. Путешественники отправились в джунгли. Берегись, лев идет. Нас преследует лев. Спасся. Теперь ты, Лили, лови. А-а-а! Зои, лев уже близко. Ай. Да, мы ура, спасены! Мы спасены. Тро-тро, Лили, Зои, пора обедать. Давайте, как будто мы три страшных тролля, которые едят все. Привет, папа. Привет, Тро-тро. Я голоден. Так, что сегодня на завтрак? Это хлопья. О, смотри, папа, там есть сюрприз. Это свисток. Ой, что это? Мой свисток. Тро-тро, сначала доешь, а потом будешь играть со свистком. Ладно, папа. Внимание, внимание, поезд отправляется. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-ту-ту. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Ой, я устал быть поездом. Ой, там птичка. Я ее позову. О нет, птичка, куда ты полетела-то? Ничего страшного. Поезд опять отправляется. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух-чух. О, Лили и Зои на велосипедах. Стой, Тим. Я Тро-тро, новый регулировщик. Проезжай, Тим. Стоп. Эй, я хочу проехать. Я регулировщик, значит, я решаю. Проезжайте. Тро-тро, давай играть в свисток вместе. Давай, я знаю хорошую игру. Называется «Раз, два, три». Раз, два, три. О, нет. Ты проиграла. Теперь ты, Зои. Раз, два, три. Я здесь, Тро-тро.
Молодец, Зои, давай еще раз. Давай, Тро-Тро, но раз я выиграла, свистеть буду я. Нет, свисток мой, я свищу. Раз ты не даешь нам свисток, Тро-Тро, мы уходим. Стойте. Мы устроим гонку, а я буду вам свистеть. Давай, Тро-Тро. На старт, внимание. Эй, подождите же. Зоя, Лили, вернитесь. Я дам вам посвистеть свисток. Люблю играть в футбол, это весело. А главное, я отлично играю. Что ты хотел, Тро-Тро? Поиграй со мной в футбол. У меня еще много дел, так что не сейчас, Тро-Тро. О, как жалко. Ну, может, ты попросишь папу? О! Гол! Отличный удар, Тро-Тро. Спасибо, пап. Давай поиграем в футбол. Не сейчас, Тро-Тро. Я немножко занят. О, ты тоже. Давай помогу. Конечно, отличная мысль. Собирай листья в тележку. Покатайся на велосипеде, а я пока закончу здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Привет, Лили, пойдем поиграем. 9, 10, а? Нет, не сейчас. Я решила допрыгать до 100. 12, 13, 14. До 100? О! Не сейчас, понятно? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Не сейчас, не сейчас. Но я-то хочу поиграть сейчас. Хоть у тебя есть на меня время, Тедди. Давным-давно в Африке жили жираф и зебра. Они любили играть в футбол. Но однажды мячик попал к кролику, который прятался в траве. Тро-Тро! Да? Я закончила прыгать. Хочешь, поиграем? Нет. Не сейчас, как видишь, я занят. О! И кролик зашвырнул мячик высоко-высоко. Тро-Тро! Тро-Тро! О, что если нам устроить футбольный матч? Простите, не сейчас, может, позже. Я занят. Доброе утро, мистер почтальон. У меня посылка для Тро-Тро. Посылка для меня. Скорей, дай мне, мама. Это от бабушки. Интересно, что там. О, мама, это змей. Я всегда хотел такой. Бабушка очень умная, она догадалась.
Давай, мой змей, пора летать. Ну вот, что ты не летаешь? Папа, воздушный змей не летает. А ты пробовал поймать ветер? А, чтобы змей летал, нужен ветер? Конечно, да. Пойдем, я тебе покажу. Давай, беги, Тро-Тро, беги. Тяни веревку. Вот да, так. Мой змей летит. Если ты потянешь, он будет двигаться. А если увидишь, что он падает, нужно побежать, чтобы он летел дальше. Скорее беги. Не отпускай веревку. Сюда и сюда. Ой, красивый змей, Тро-Тро. Да, очень. Мне прислала его бабушка. Ой, ой, ой. Ничего страшного. На, Лили, беги против ветра. А когда я скажу, отпускай. Беги, Лили, отпускай. Да! Да! Молодец наш змей. Ой. О, он слишком высоко. Позову папу. Скорей, скорей. О! О! Ура! Ура! Спасибо, папа. Поможешь запустить его? Ветер стих, Тро-Тро. Лучше иди поиграй с Лили дома. Да, сейчас я позову Тро-Тро. Тро-Тро, тебе звонит бабушка. Алло, бабушка, спасибо за змея. Он замечательный. Только уж в следующий раз пришли к нему чуть-чуть ветра. Разбудила птичка. Ты нехорошая. Мама, мама. Привет, малыш Тро-Тро. Как спалось? А где мама? Мама на работе. Давай одевайся и приходи завтракать. Тедди, ты где? Папа, папа, Тедди пропал. Посмотри под одеялом. Чё ты прячешься, нехороший? Лежи один, будешь знать. Нехороший. Ты сделал какао, как у мамы? Не волнуйся, мама мне все объяснила. Попробуй, Тро-Тро. Чашка горячая. Подуй, и все остынет. Нет, лучше я пока поиграю. Мой замок. Папа, папа. Он сломался. О, Тро-Тро, знаешь, почему он сломался? Потому что ты не выспался, и тебе нужно в кровать. Слушай, Тедди, птичка поет так красиво. Глупые носки, они разные. Эй, где ты поешь?
прячешься, носок? Вот он. Привет, папочка. Муа. Пойду пить какао. Ой. Папина какао вкусная, даже холодная. Ну что, малыш Тро-Тро, больше не ворчишь? Нет. И скоро ты увидишь суперзамок, который построил выспавшийся Тро-Тро. Тро-Тро, пора домой. У нас был бег в мешках. Я победил, я лучший. Да, милый, ты победил, а теперь вылезай из мешка. Я не хочу, это счастливый мешок. Папа, я выиграл, смотри, как я прыгаю. Тро-Тро, хватит, ты же можешь упасть. Не волнуйся, папа, я не упаду. Ну, как хочешь. Только поиграй у себя, пока я здесь готовлю. Хорошо, ладно. Осторожно, Тро-Тро. Дэдди, я победил. Ура, ура. Во что бы поиграть? Ой, мешок упал. Тогда нет, лучше поиграю в мяч. Ой, в мяч тоже не получится. Придумал, я устрою бег в мешках. О, видел бы ты его, он скакал как маленький слоненок. Тро-Тро, Тро-Тро, брось свой мешок, ужин готов. Иду. Ты будешь есть в нем? Да, смотри. Ой. Вот и все, папа, я сел. Ну, все, мой попрыгунчик, ешь свой ужин и отправляйся в ванну. Да, мама. Тро-Тро, скорее иди в ванную, вода теплая. Вот я и здесь, я здесь. О, нет, Тро-Тро, ты не будешь мыться в мешке. Никогда. Но это же мой счастливый мешок. Я не могу без него. В мешке ты в ванну не полезешь, Тро-Тро. Иначе он промокнет. Я придумал, мама. Видишь, мама, Тедди следит за моим мешком. Ты что, будешь спать в мешке, Тро-Тро? Да, а можно, мама, мне спать в нем? Ладно, ложись в нем спать, но только сегодня. Спасибо, мама. Ла-ла-ла-ла-ла. Посмотри на меня. Тебе идет, Тро-Тро. Ты настоящий чемпион по дзюдо. Тренер очень доволен, Тро-Тро. Он сказал, что ты очень талантливый. Я умница, Тро-Тро. Я посмотрите, я маленький чемпион. Эй, Лили и Зои, смотрите, я чемпион по дзюдо. Если ты в кимоно, это не значит, что ты чемпион. К тому
тому же у чемпионов пояса цветные. Да, правильно. А твой пояс белый. Но... Мама, мам, какого цвета пояс у чемпионов? Я точно не знаю, Тро-тро. Думаю, разных цветов, в зависимости от их силы. То есть, как в радуге? Да, примерно. Спроси папу, наверное, он знает. Папа, пап, какие цвета в радуге? В радуге? В ней красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. А зачем тебе это, Тро-тро? Ну, для того, чтобы стать настоящим чемпионом. Посмотрим, папины галстуки как пояса. Синий, красный, ой, не помню все цвета. Но неважно, я возьму все. О, я буду невероятно сильным чемпионом по дзюдо. Не догонишь, не догонишь. Зоя, Лили, водишь? Смотрите, я самый сильный чемпион. У меня пояса всех цветов радуги. Да, но из-за тебя я вожу. Вода, ты водишь, Тро-тро. Вода, Лили. Не догонишь, Лили. Здорово, я чемпион по дзюдо. Я тоже хочу быть чемпионом. Ты не получишь мой пояс. Ура! Смотри, я тоже чемпион по дзюдо. Мне нравится играть в чемпионов. Давайте еще раз. На-на-на-на-на. У меня больше поясов. Я самый сильный чемпион по дзюдо. Смотри, я сам снял сапоги. Здорово, молодец, Тро-тро. Поставь их рядом с моими. Ладно, пап. Большие папины, средние мамины, а маленькие Тро-тро. Папины сапоги огромные. Я их надену. Ай, ничего себе, ага. А в них так тяжело ходить. Зато у меня папины ноги. Ой, какой я смешной. А с шарфом совсем как папа. Здравствуйте, я папа Тро-тро. Здравствуй, Тро-тро. Что там у нас в газетах? Так, какие новости? Играть папу весело. Здравствуй, мама Тро-тро. Так, кто это пришел на кухню? Это я, маленький папа. Здравствуй, мистер маленький папа. Маленький папа хочет тост с джемом и почитать газету. Доброе утро, мама и папа. Да. Я маленький Тро-тро. Я хочу обнять своего милого Тедди. Что ж, раз ты здесь, маленький Тро-тро, вот тебе вкусный тост с джемом. Ням-ням, маленький Тро-тро просто обожает джем. О нет, это же я, Тро-тро.
Это мой Тедди. Ладно, ты прав, Тро-Тро. Да, это я ваш маленький Тро-Тро. Я не хочу быть папой. И тост с джемом для меня. Это мой. Леопард убегает, а крокодил ныряет в реку. Все, урок закончен. А теперь нарисуйте мне африканских животных. Сначала солнце, там ведь очень жарко. Я с друзьями в Африке. Бежим на перегонки. Ай-яй-яй, вы быстрее, чем я. Заканчивайте рисунки, дети. Осталось мало времени. Я еще не дорисовала Африку. Зато я хорошо выспался. Я закончу все быстро. Вот и все, дорисовал. Молодец, Тро-Тро, очень красиво. Но ты ничего не забыл? Ну-ка. Ах, да, я не подписал. Художник Тро-Тро. У нас скоро ужин, надевай пижамку. Моя пижамка. Ой, я так голоден. Тедди, пойдем мыть руки. Мамин поцелуй такой сладкий. Не хочу смывать его. О, красная помада. Я накрашусь, как мама. Нет, тебе нельзя, Тедди. Помада не для медвежат.
Красота! От этого крема я весь белый такой. Смотри, Тедди, все разноцветное. Да, как тебе мой грим? Тро-тро, ужинать. Ура! Идем, Тедди, сегодня суп. Вот так мы. Теперь костюмы. Это будет полосатый плащ. Зеленая шляпа. И синий зонтик. О, это Тро-Тро? Да, это Яша. Здравствуйте, друзья. Вот это я. Узнали меня, я клоун. И это мой друг Тедди. Молодец, ты прекрасный клоун, Тро-Тро. Да, и я голодный. Мамин телефон звонит. Мама не дает мне играть с новым телефоном. На, Тро-Тро, а? Это тебе. Меня? Спасибо. Только аккуратно, Тро-Тро. Это не игрушка. Ладно, мама. Алло, Тро-Тро? Это Лили, ты меня слышишь? Алло, да, Лили, я тебя слышу. А ты где? Угадай. Я в саду под большой яблоней. А я знаю, ты в моем саду, и ты звонишь по телефону твоей мамы. Подожди-ка. Тро-Тро, не потеряй мой телефон. Ладно, мама, я только найду Лили. Теперь и я под большой яблоней. Алло, Лили, ты меня слышишь? Да, Тро-Тро, я слышу. Я знаю, где ты. Лили прячется за яблоней. Лили! Лили! Я сдаюсь, где же ты? Угадай! Приятный запах! Я все понял, ты в кухне. Вовсе нет, я собираю цветы. Цветы? Теперь я знаю, где ты. Ну нет, так нечестно, Лили. Хватит бегать. Тро-Тро, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Ну давай, Тро-Тро, вставай. Посмотри в песочнице, там тебя ждет сюрприз. Сюрприз? В песочнице? Да, Тро-Тро, один цветок тебе, а другой Тедди. Тедди? Где же Тедди? Я его потерял. Нет, не бойся, посмотри у яблони. А, да, точно, я же его там оставил. Да, дурачок. Да, но как же Лили узнала, где Тедди? Потому что тут. И Тедди тоже. Ты меня поймала. Алло. Тро-Тро? Да, мама, это я. Ты уже поиграл с телефоном? Да, мама, я только попрощаюсь с Лили. Алло, Лили, это Тро-Тро. Привет. Пока, до встречи. Пока. Муа.
Я сфотографирую тебя, Тро-Тро. Ну давай, Тро-Тро. Бабушка давно просит твою фотографию. Ну ладно. И смотри, не крутись. Не шевелись, Тро-Тро. О, нет, Тро-Тро, посиди. Давай-ка еще разок. Ты можешь не двигаться, Тро-Тро? И вот так. Назад и вперед. О, наконец-то. Ну-ка, улыбнись. Не смешно, Тро-Тро. Я больше не буду. Так, 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 прекрасно. Какой ты красивый, мой Тро-Тро. Стой! Опять ты все испортил. Мама, у меня идея. Этот колпак мне подарила бабушка, и я в нем сфотографируюсь. Она обрадуется. Ладно, не двигайся. Добрый вечер. Папа! Посмотрим фотографии, Тро-Тро. О, какой я смешной. Никуда не годится. Придется все сначала. Тебе нигде не видно целиком. Для бабушки они не подходят. Подожди, я придумал! Вот и все. Немножечко скотча. Смотри, видишь, я целый. Это хорошая идея, Тро-Тро. Спасибо, это будет пазл Тро-Тро. Я буду готовить пирог, Тро-Тро. Можно я тоже, мама? Отличная мысль, Тро-Тро. Для пирога очень нужна мука. А еще нужны яйца. Аккуратнее, Тро-Тро, осталось только два. О, разбить яйцо непросто. Вот получилось. Еще для пирога нужен сахар. Немножко, еще чуть-чуть, но не слишком много. Помешаем. Вот и тесто. На, возьми, Тро-Тро. Это скалка. Катись, катись, скалочка. Катись, катись. Много дырок, много дырок. Двумя вилками быстрее. Тык-т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 ык. Теперь добавим вкусных вещей. Томатный соус побольше. Тертый сыр. Ой, сырный дождь. Вот и все, пирог готов. Нет,
трогай плиту, Тро-Тро, она горячая. Мама поставила мой пирог рядом со своим. Уже вкусно пахнет. Мама, мама, пирог готов. Посмотри, это Тро-Тро приготовил. Мы попробуем сначала. Спасибо. Выглядит совсем неплохо. Послушай, Тро-Тро, это не совсем пирог. Это пицца. Очень вкусная пицца. Да, это же пицца, Тро-Тро. Сегодня я наряжусь тигром. Ой, я рычу как тигр. Я прыгаю как тигр. Я страшный как тигр. Мне не хватает чего-то, чтобы быть тигром. Вот же. Вот теперь я тигр. Я рычу. Я прыгаю. Я всех пугаю. Не бойся, Тедди, тебя я не трону. Я голоден, голоден, как тигр. Не бойся, Тедди, я тебя не съем. Тигры ведь не едят мишек. Я умею охотиться в джунглях. Я умею красться бесшумно. Не шуми. Меня не должны видеть. Вкусно пахнет. Спасайся, мама, а то я тебя сейчас съем. О, спасите, тигр, тигр! Блины, обожаю. А? Но кто съел мои блины? Ничего нет. Это не я. Тигры же только мясо едят. Мама, а тигры целуются? И принц поцеловал принцессу. Вот и сказки конец, Тро-Тро. Теперь тебе пора спать. Посиди со мной чуть-чуть, папа, пожалуйста. Что случилось, Тро-Тро? Тебе не нравится в кроватке? Нет, мне не нравится быть одному. Ты не один. Тедди же спит с тобой.
страшно. И Тедди не поможет. У мамы горячие ноги, а папа вечно храпит. Но все равно здесь лучше. О нет, Тро-Тро пришел. И он занял всю кровать. О нет, он опять здесь. Так мы не выспимся. Тро-Тро уже большой и должен спать в своей кроватке. Папа, мама, где вы? Как же мы хорошо выспались. Ну-ка, уходите отсюда. И они жили долго и счастливо. Это конец сказки, Тро-Тро. Тебе пора засыпать. Так чего же ты ждешь? Ты что, опять хочешь в мою кроватку? Добрых снов, Тро-Тро. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тро-Тро, пора отдыхать. О! Нет, нет, нет. Да, да, да. Убирайся и в кроватку. Ну, папа, я хочу еще поиграть. Знаешь, папа, я совсем не хочу спать. Если хочешь поиграть с Лили, надо передохнуть. О, ненавижу спать днем, как маленький. И не шуметь, ладно? Я очень хочу поиграть еще. Тедди, только не звука. Теперь можно поиграть. Я построю тебе домик. Тебе здесь нравится, а? Ту-ду! Пропустите! Ту-ду! Ой, мы же слишком шумим. Ой. О. Я покатаюсь на лошадке. Вперед, скорей! Уточка, курочка, гусь, петушок. Пора вставать, Тро-Тро. Тебя ждет Лили. Я же говорил, нужно отдохнуть. Во что будем играть?
в гонке. Кто первый, вон до того дерева. Ладно, побежали. О, я так устал. Я хочу спать. Я первая. А может, лучше поспать? Но как, Тро-Тро, ты же уже спал. Тро-Тро. Готово, папа? Вот так хорошо. Ой, чудесная елочка. Да, и она будет расти, как и ты. Папа, а можно ее украшать? Конечно, можно, Тро-Тро. Но я не знаю, куда мама дела ящик с игрушками. А когда она придет? Когда сделает покупки. А я пока пойду готовить ужин. Я же не могу ждать так долго. Вот тебе немного мишуры, елочка. Шарфиком тебе будет тепло. Ура! Мне нравится. Мамины бусики. Новогодние шары такие красивые. Из папиных галстуков выйдет мишура. А вот и носки для подарков. Один мамин, один папин и один Тро-Тро. А это письмо. Вот и все. Чего-то не хватает. Звезды же! Уточка желтая, как звезда. И еще кое-что. Красота. Вот так, вот и мама. Какая красота. Да, очень славно. Да, это я ее сам украсил. Твоя елочка очень красивая, Тро-Тро. Как раз для Нового года. Так ее и оставим. Только Тедди возьмем. Ведь ночью ему нужно спать с Тро-Тро. Тро-Тро, обедать. Я еще играю, мам. Скорее, а то остынет. Вот, Тро-Тро. Ну нет, я не люблю рыбу. Не хочу я ее есть. Я знаю, я ее спрячу. Ой, куда бы ее деть? Вот точно, под тарелку. Нет, так видно. Не получится. Вот так. И так тоже.
Ты доел, Тро-Тро? Кажется, придумал. Мама, я все. Вот хороший мальчик. Сейчас принесу сладкое. Надевай салфетку. Ой, что же мне теперь делать? Вот, Тро-Тро, это тебе. Я поел, мама. Я на улице. Лили, Зои, привет! Красивый шарик, Лили. Давайте побегаем с ним. Ой, мой шарик. Ой, он улетел. Мой шарик улетел, улетел. Не плачь, Лили. Вот, возьми мой платок. Ой! Молодец, Тро-Тро! Вот это фокус! Здорово! Фокусник Тро-Тро благодарит вас. Тебя испачкал. Вот, Эдди, давай я тебя помою. Мне тоже надо умыться. Я первый. Вот и все, я чистый. Так-то лучше. Теперь твоя очередь. Вот так, готово. Ой, шоколад не смывается. Тро-Тро, что ты делаешь? Мам, смотри. Тедди опрокинул свою тарелку. Тедди, какой же ты неуклюжий. Он весь грязный. Его нужно помыть. Я постираю его в машинке. Вот и все, Тро-Тро. Теперь Тедди чистый. Тедди, ты до сих пор мокрый. Я тебя вытру сейчас. Чего-то не помогло. Повиси на солнышке. Ты согреешься и быстрее высохнешь. Ну как, Тедди, тебе не больно уши? Ты хорошо пахнешь. Чистотой и солнышком.
Тро-тро, какой беспорядок! Это же мои игрушки. Но почему они разбросаны? Ты должен убрать их. Если хочешь, я помогу. Нет, я уберу все сам, раз ты просишь. Ой! Нет, вас я уберу позже. О, идея! Ха! На полке тоже не убрано. Ну вот. Еще осталось. Надо все разобрать. Эти на нижнюю полку. Это мои любимые. А другие немножко повыше. Я же их редко читаю. А вот это я очень люблю. Или не очень. О, не могу решить. Подумаю попозже. О, ужасный беспорядок. О, вот так. Один кубик убрал. Так, второй убрал. И последний. Вот и все. Убирать очень здорово. Ой, а! О, рисунки. Мне нравится этот. И этот тоже. О, а это мой любимый. И в коробке беспорядок. Сейчас мы все уберем. Сначала придется все из нее вытащить. О, ой. С этим одеяльцем я играл в детстве. Одеяльце, и оно летает. О, нет, Тро-тро. Знаешь, мама, я люблю убирать, но, может быть, ты чуточку мне поможешь? Ай-яй-яй, я помогу. Пожалуйста. Я люблю убирать, но вдвоем веселей. Знаешь, Тедди, сегодня мы будем готовить. Я сварю суп для Тедди, Тро-тро, папы и мамы. А для этого мне нужны овощи. Чтобы суп был вкусным, нужна картошка. Камушки совсем как вкусная картошка. Картошка объедения. Еще нужно немножко лука. О, придумал. Надо добавить чуть-чуть сыра. Перемешиваем. О, не хватает соли. Остановка называется суп. Спасибо, грузовичок. Чего-то тут не хватает. Воды! Будь осторожен, Тро-тро, как бы не пролить.
Перемешиваю. Вот и все, готово. Ну вот, пора звать папу, маму и Тедди попробовать мой суп. Папа, мама, попробуйте. На, папа, суп очень вкусный. Пальчики оближешь, Тро-Тро. Мама, теперь твоя очередь. О, нет, мой суп. Ой, как жалко. Что ты наделала, мама? За это я приготовлю твой любимый суп на обед. Хорошо, что осталось немного супа для Тедди. Сегодня я музыкант. Ха-ха. Ну-ка, послушайте-ка, я буду играть на аккордеоне. До, ми, соль. Да, ура! Это просто. Сжимаем, тянем. Сжимаем, тянем. Ля-ля. Играть музыку весело. Ха-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Не уходите. Это еще не все. Та-ра-та-та! Труба – это здорово! Нужно дуть со всей силы. Еще сильнее. Спасибо, спасибо. Я устал играть, но мне хочется поиграть еще. Что же мне делать? Конечно! Отличная мысль! Спасибо! Ха! Так будет даже громче! Ха-ха-ха! О! Прекрасная кастрюля! Из нее выйдет барабан! Бум-бара-бум! Ха-ха-ха! Бум-бада-бум, 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 бум-бум-бум. Эй, Тро-Тро. Я хорошо играю, а мама? Ты права, чего-то же не хватает. Ложки вместо палочек. Бум, 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 бада, 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 бум. Молодец, Тро-Тро, ты настоящий барабанщик. Тро-Тро играет громче всех. Я большой. Я сам хожу в магазин. Я люблю покупать вещи. Люблю сам выбирать покупки. Я точно знаю, что нужно купить. Вот это. Тележку. Вот так.
нужно это. Хоп, тележку. И это тоже. Хоп, для Тро-Тро. Синий пакетик, красный пакетик. Это для мамы. А вот это для папы. Ва! Что-то... Ой. Ой. Кое-что очень высоко лежит. Нужно позвать папу. Папа! 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 Я здесь, Тро-Тро! Тро-Тро! А я тебя не видел. Я же сказал, не уходи, Тро-Тро. И не отставай. Я люблю ходить в магазин с папой. Ай-яй-яй, что это? Печенье, пудинг, сладости? Что это такое? Ты слишком много набрал, Тро-Тро. Для Тро-Тро это в самый раз. Я маленький монстр. Я самый сильный из монстров. У меня идея. Вот и все. Самый лучший замок. Я маленький монстр. Ты сломал мой замок. Ты гадкий. Ну, конечно. Я же самый гадкий из монстров. Это я самый гадкий из монстров. А я знаю, что гадкому монстру не достанется пирожков, потому что его мамы больше нет яиц. Монстры не едят пирожков. Это я, маленький монстр. А что, если я поймаю монстра? Быть маленьким монстром здорово. Все меня боятся. Так-так, кого бы еще напугать? Ой, паук, на помощь! Мама, спаси меня! Что случилось? Кто тебя напугал?
Там, в саду, огромный паук! Огромный! О, малыш Тро-Тро, тут нечего бояться. Маленькие паучки не едят маленьких монстров. Наверное, да. Но я больше не хочу быть монстром. Теперь я могу есть пирожки. Ха-ха-ха!